Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель встретился с министром иностранных дел Русланом Казакбаевым. Стороны обсудили предстоящие события в двусторонних отношениях, включая завершение работы над соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве, а также подготовку первого экономического форума ЕС «Центральная Азия», который пройдет в Бишкеке 5 ноября. Жозеп Боррель подтвердил приверженность ЕС поддерживать Кыргызстан в борьбе с пандемией COVID-19 и напомнил о недавней поставке первой партии вакцин по программе COVAX, а также прошлогоднем пакете поддержки республики на сумму 43,8 миллион евро. Касаясь внутреннеполитических событий в Кыргызстане, верховный представитель ЕС призвал власти Кыргызстана поддерживать и защищать открытую медиасреду как важный фактор, способствующий проведению свободных, конкурентных и прозрачных парламентских выборов, запланированных на 28 ноября. Что касается региональных тем, обе стороны обсудили события в Афганистане и их последствия для безопасности и стабильности в Центральной Азии. Жозеп Боррель также поднял вопрос о ситуации на границе с Таджикистаном. Он призвал своего кыргызского коллегу к дальнейшей деэскалации ситуации на границе и подтвердил ранее озвученное ЕС предложение помочь устранению причин конфликта и оказать содействие мерам по укреплению доверия между двумя странами.